Мужики-водители из Казахстана построили супер-лухури самосвал. Это известная самодельная машина в интернете. Сильно переработанный ЗИЛ-130 самосвал. Кабина ЗИЛа расширена до нельзя. Решетка радиатора теперь содержит 6 прорезей. Капот тоже расширили. Лобовое стекло сделано на заказ. Из дверей удалены маленькие форточки. На крыше вместо 3 огоньков сделано 4 огонька. Стоит также обратить внимание на совсем другие колеса и ширину колеи. И это уже и не ЗИЛ вовсе, а какой-то, наверное, Мерседес. Вот что лежит в основе данного автомобиля. Я догадался. А все почему? Да потому что у конструктора этого грузовика случился творческий скачок, хотел сказать квантовый скачок, который позволил автору скрестить шасси от Мерседес с кабиной от ЗИЛ. И никакая теща тут вовсе ни при чем. Большие евроколеса от европейского грузовика МАН. Установлена пневмоподвеска с изменяемым клиренсом. Она поднимает ЗИЛ над дорогой и опускает его пониже, делая его заниженным. Оригинальным ЗИЛовским оставили лишь бензобак, а еще кабину. Бензобака хватает для нужд этого ЗИЛа. Двигатель установили от старого Мерседеса дизеля. И КПП тоже. Гидро и пневмосистема тоже от Мерседеса, но это не точно. Кузов полностью кастомный, самодельный. И у него увеличенный объем и грузоподъемность. Мощный гидроцилиндр поднимает кузов. Борт откидывается и груз вываливается. Двигатель запускается с кнопки старт-стоп, как на самых современных грузовиках из самых передовых стран мира. Остальной интерьер отделан шикарной лухарей кожей и тканью от кутюр. Главное, что нет никаких цветочков и узорчиков с пледиками, как любят всякие тещи. Установлена навигация и бортовой компьютер, что неслыханно для старого зилка. Оригинальный самопальный и очень стильный дизайн держателей зеркал и заднего бампера. Картинки сдвигайте вправо. А вот мое видение дальнейшей доработки данного ЗИЛа. Картинка, смотрите на нее. Я тут добавил огонька и выхлопную трубу наверх, как на элитном американском траке. Слава казахским мужикам-конструкторам с большой буквы, умельцам вечная слава! Ура!